I am the king and will not be. I am the king. Всем здорова, друзья! С вами Спикер и Полицейские Погони. И сегодня, ну, друзья, у нас будет довольно фирменная футболочка. И сможете скачать эти моды и другие по ссылочке внизу. А сегодня, друзья, у нас будет тачка Рампа. Ох ты, да, это круто! У нас вышло обновление и можно прокатиться на новых тачках. Так что у нас сегодня будет напарник. Вот такая красотка. И давайте, наверное, садимся. Сегодня сделаем, наверное, сразу 4 звезды. И будем реально все тачки подбрасывать кверху. Ох ты, да, чувствуется, будет потеха. Хорошо. Мы делаем сразу уже 3 звезды. Так, секундочку, нам нужно бессмертие включить, конечно. Включили бессмертие и 4 звезды сразу же. Ух ты, да. Ну что, красотка, прокатимся. Посмотрим, как у нас виды из кабины. Маленько даже низко. Окейшки, мы готовы. Вижу, вертушка прилетает. Вертушка прилетела, настало утро. Полицейские погони начинаются. Ну что, погнали. Ох, как по крышке. Кстати, у нас красотка, кажется, бессмертная. Сейчас проверим. Как в погонях уже. Красотки в сторону уже. Слушайте, в первой тачке сразу... Но уже подлетел. Хорошо, наверное, выезжаем на трассу. Куда нам все интересно поедем? А мы, наверное, поехали в эту сторону же. Там у нас гораздо побольше. Какие-то рабочие отдыхают. Нет, походка, это красотка отдыхает. Хорошо, что на сегодня есть. Мне нужно, конечно, бронебойный. И довольно будет скорострельный. Там какие-то пешеходы бегают. Ну, интересно, а можно пешеходы подбросить? Не получается дело. Хорошо, есть полицейская тачка. Есть желание подбросить кверху. Хо-хо-хо, это круто. Ребята там просто в шоке. Так, давай-ка в сторону. У нас сегодня будет дрифт еще. Вот так, дрифтовать умеет. Обалдеть. Тачка Рампа и умеет дрифтить. Обалденно. Мне кажется, наступила какая-то туманность. Мне не очень-то хотелось туманность. Хорошо уже. Так, есть у нас первая трамплишка. Сейчас, красотка, прокатимся уже. Ах ты, да. Надеюсь, нас не доцепит. Идеально, практически. О, красоте, мы должны из кабины посмотреть. Ух ты, да. Жесть. Прям на колеса. Довольно спецэкинно. Хорошо, у нас сегодня что будет? На 5 звезд у нас будут танки, и, может быть, подбрасывать танки тоже будут сверху. Вот так. С таким макаром. Слушайте, реально прикольно перевернулся. И все, ребята, мы просто едем вперед, и нас никто не сможет остановить. Так, есть там фургончик бронированный. Чувак, конечно, спросил, но так поднимается. Он остался внизу, и тачка, походу, прямо на него. Ох ты да, чувак, это больно. Это чертовски больно. Красотка, давай отстреливайся. Это довольно круто. У нас даже кровь появилась. Кровь на рампе. Слушайте, реально, тачка просто переворачивается кверх ногами. Это реально круто. Так что у нас есть бронебойный, шокер, УЗИшка. Нет, все-таки выберем, наверное, бронебойный, хотя можно же бомбить. Ух, куда пиарчик летит? Прямо в мою сторону летел. Так, хорошо, мы рассмотрим фуры. Какие-то реально крутые фуры. Сам такие тяжелые фуры. А это будет уже на трассе. И можно будет... О, как красотка отстреливается. Это довольно круто. Хотя можно, наверное, изменить уже, наверное, первичный наш маршрут и прокатиться вот таким уже по местам красиво. Так, ну что, уже прокатимся по городу. Там будет очень много машин, будет даже и автобусы. Может быть, подбросить автобус кверху. Походу, открывал крышу. Открывал крышу и подлетел кверху. Так, ну что, вижу пиарчик. Есть пиарчик, довольно крупный грузовичок. И хочется его подбросить. О-хо-хо-хо. Вот, да, рекламка просто отлетела в сторону. Это крутая тачка. У нас какой-то дым пошел даже. Даже неизвестно, откуда дым не взялся. У нас, по идее, тачка бессмертна. А это у нас, походу, тут Facebook какой-то. А какого черта? Вроде менял текстурку. Хорошо, погнали сюда. Мы, кажется, выйдем уже на трассу. И на трассе будет гораздо круче. Так, красотка, как наши дела. Как наши дела. Все нормально. Отстреливаем. О, тачку подбросили кверху. Слушай, довольно первую эпично смотрится. А вот пиарчик есть. Пиарчик, и давай ко мне. Не получилось. Буквально что-то спился. Ну да, тачка Рампа, а мне кажется, уже горит. Да как это такого может случиться? Хорошо, мы, конечно, ее починим. Я даже не знаю, включал вроде моды. Так, профиксим. Придется, конечно, профиксить, потому что мы реально не доедем уже до места назначения. Ну что, надеюсь, нас танк не подстрелит. И будем двигаться дальше. Там, конечно, никого не было. О, вот чувак, как он кувыркнул-то. Это больно. Еще второй упал даже. Хорошо, погнали сюда. По идее, должны убить трамплишки. Чувак такой, о, ноу. Что такое происходит? Так, есть трамплишка, сейчас, надеюсь, прямо на нее. Так, Франклин, давай-ка прямо на нее. Ух ты, да, это будет круто. Можно даже делать какой-то сальто. Такой двойной сальто. Очень умело. Двойной сальто и приземляемся прямо на колесике. Ну, можно даже уже ускорить. Ух ты, да, прямо на колеса. Идеально. Ну, практически идеально, но довольно было круто получилось. Все в порядке. Красотка, все в порядке. Мы продолжаем наш путь уже. Так, вижу вертушку.
Это, мне кажется, не полицейская, это у нас спасательная вертушка. Ох, промчались. Мне интересно, наши танки уже реально хочется на танки посмотреть. Ох, вверх, подойти вверху. Мне нужны реально большие такие фуры и попробовать уже подбросить фуру. Ох, хо-хо. И чувака, да, жалко, людей не подбрасывается. А вот машины запросто у нас ФБР. Какого черта не подбросились? Хорошо, друзья, ну разделим уже танки и посмотрим, как это будет смотреться с танками. Это гораздо будет зрелищнее. Так, секундочку, ребята, замедлим время и, наверное, приебаем одну звездочку. И у нас появились танки. Давай, красотка, отстреливайся от всех. Вверх ногами. Это просто круто. Тачка рампа реально круто. Хорошо, где наши танки? Не вижу пока на карте. А, хотя уже вижу. Мне нужны реально фуры. Мне нужны тяжелые масштабные фуры, чтобы подбросить их кверху. Это что у нас, бронированное? То, что нужно. То, что... О-о-о-о. Чувака просто подбросили. Это больно, чувак, я знаю. Прям на колеса. Прям на колеса. Слушай, реально, ну получается просто на колеса. А, вижу взрывы какие-то. Появились взрывы. И где-то уже... Ох ты, да, это танк. О-о-о, как подбросили. Да, танк очень тяжелый и подбросить его очень сложен. А наша тачка уже дымится. Ну это, конечно, не найс. Придется таки ее снова чинить. Мне кажется, пали просто в колесо и на сторону как-то забросили. Хорошо, мы, наверное, починим нашу машинку, потому что не очень-то и хочется. А мне, чувак, это что такое, коктейль? Ну, у нас просто подстреливают колеса, что ли? Реально мне как-то в сторону бросает. Хорошо, профиксим быстренько, быстренько профиксим. Ну, по идее, взрыв танка мы должны были взорваться. Мы еще не взорвались. Секундочку, вроде все включено. Хорошо, проехали дальше. Видимо, скрипты что-то у нас глючит. Это у нас Мерседес. Обновил маленький автопарк, уже полицейский у нас появился Мерседес. Так, легковушка. Ох-ох-ох, кверху. Какие взрывы еще сверху произойдут. Пиарчик. Пиарчик только без рекламки. Ну, какая разница, можно подлететь и так. И большой взрыв не получился. Хорошо, где еще танки? Мне нужно реально побольше. О, вижу. Впереди танк. Где-то впереди танк отметка. А его нету. Отметка какая на карте есть? А его нет, реально. Можно даже и на встречку поехать. Это будет круто. Красотка, держись за все, что можешь. Мы полетим сейчас прямо в встречке. Так, вижу, есть блокада. Есть блокада, есть коктейль молота. Сейчас забросим коктейль молота и все это дело разбросаем. Это было круто. Тачки просто подлетают кверху. Даже мы можем не смотреть вперед, куда ехать. Мы просто едем и едем по одной скорости. Так, ну что, уже ускорим, наверное. Ускорим это дело. Так, подлетел просто и поехал дальше. Это круто. Так, хорошо, что у нас с дрифтом? Вот такой у нас дрифт получается. Промчались идеально. Вертушки сегодня хорошо пролетаем. У нас тачка снова дымится. Даже не понимаю, что происходит сегодня. Решил дверь закрыть. Решил дверь закрыть. У нас впереди еще есть вертушки. Так вот, фишки. Нужно сделать нам погодку. Сделаем ясную погодку, потому что у нас... Ох, да, вот так красиво. Красиво будет. А танков я еще не вижу. Вот есть у нас... А вот танк у нас. Подымем. О, да. Ох, поднялся. Поворачивается дуло в нашу сторону. Так, ну что, выстрел был? Вот это жесть была. Так, это была жесть. И промчимся. Да, надеюсь. Мы промчались. Наша тачка горит. Это, конечно, не найс. Нужно быстренько ее чинить. Так, починили. Так, движемся. Франки, надеюсь, мы движемся. Да, мы движемся. И просто поднимаем кверху. Набираем скорость. Какие-то взрывы. Там, походу, у нас блокада танков. Хорошо, наверное, мне уже, наверное, С4 можно взять. И с помощью С4 уже... Так, секундочку, есть бронированная машинка. Одна машинка, вторая и третья. О, круто. Тачка Рампас просто справляется. Тачка Шерифа тоже пролетает. Хорошо, ускорим уже. Где еще танки? Ну, реально, очень круто подбрасывают танки кверху. Это что такое? Видимо, чей-то. Нормально. Куски металла просто разлетаются. Уже, наверное, все в крови. Да, видно, в кровь уже. Ух, одна, вторая кверху. О, а можно даже включить, наверное, третья. Вот такой уже... Кинокамера. Довольно круто. Ух, как подбросило. Даже двери подлетали. Хорошо, наверное, у нас снова тачка дымится. Но это, конечно, проблемка. Ну так, дрифтом уже войдем. О, так, бачком просто. Это было круто. Так, прям водичку остудили маленько и погнали дальше. Мы практически уже на Чили. А вот наша гора, друзья. Практически приехали. Так, у нас впереди блокада. Очень серьезная такая блокада. Надо было ее подбросить, это довольно было круто. Хорошо, ребята, мы промчались. И у нас впереди есть блокад. Ну-ка, секундочку, ладно, цепанем одну. Там у нас впереди есть танк. Есть танк, и нужно его поднять, я не вижу, где именно он. А вот он наш засранец, мы подняли его. Он даже, жалко, не улетел. Хорошо, ускорим, так что у нас есть впереди еще. Интересно, будет у нас блокада, есть танк. Он был с другой стороны. Красотка, мы походу горим. Походу у нас сегодня горячая штучка сидит за рулем. То есть, рядом с нами. Окейшки, профиксили. Ну что, кверху? Хо-хо-хо. Кверху и вкнизу. Только жалко, не взорвался. Хорошо, что он с дрифтом. Ох ты, да, это было круто. Дрифтом? Это кнопкой. Это клуб какой-то. Так, тут мы ускоряемся. Нам прям в задницу. Ускоряемся влево-вправо, чтобы нас не взорвали. Ну, по идее, у нас как тачка полусмертная. Это кто такой? Обычная машинка выезжала.
На встречную полосу. Хотя, мне кажется, мы выехали на встречу. Ну что, практически, друзья, добрались до Чили и будем забираться. Ну-ка, дрифтом войдем. Ух ты, круто получилось. Идеально практически. Так, хорошо, задний ход. Танков не вижу. Сейчас доедем до верха. Ну что, вот наша гора Чили. И осталось буквально чуток, друзья, добраться до верха. И, конечно же, я не вижу танков. Хотя нет, он, ребята, он снизу. Хорошо, поднимаемся уже в гору. Так, ребята, сейчас подымем. Ух, как очистили нам. Довольно красиво очистили. И продолжаем путь. Ну-ка, срежем здесь. Ну, срежем, красотка, давай-ка отстреливайся. Нам еще подниматься на саму гору Чили. Мы, конечно, поднялись очень высоко. Ну, в принципе... И на колеса. Это круто. Так, держимся. Тоже велосипедист. Красотка, смотри, какой велосипедист. Может, поднять ее. Проехал с спойна. Хорошо, друзья. Осталось только подняться в гору. А вот копы за нами, кажется, еще едут. И один велосипедист. Так, налево, направо. Нет, налево. Так, впереди идет танк. Довольно будет найсовая перестрелочка. Он, кажется, испарился. Был на карте, уже испарился. Довольно быстро вмещается. Так, он прям за нами. У нас, по идее, нет сзади рампы и не сможем поднять вверх. Хорошо, мы сможем сделать, наверное, по-другому. Мы сможем посадить, наверное, бегу и забросить уже гренками. Куда делся? Походу ушел. Хорошо, давай-ка вверху. Мы, кажется, уже дрифтуем на месте. Так, ну-ка, ускоримся. Вот, поднимаемся кверху. Так, ну что, ну, в принципе, мы можем брать уже УЗИшком. Там впереди у нас еще впереди дикие животные. Так, где наша УЗИшка? Как-то молота нам не нужна. Нам нужен бронебойный. Ок, ускоряемся. Можно, в принципе, револьвера. Ну-ка, секундочку. Один выстрел, один хороший выстрел. И можно даже попрощаться с ним. Это, конечно, не найс. Хорошо, наверное, возьмем, наверное, бронебойный. Танков пока что не вижу, может хотя бы подстреливать. Ну-ка, ребята, держи парочку свинцов-то. Так, мне перезарядка, как быстро он задымился. Так, давай-ка ускоряйся. А вот тачка-рампа, она, видимо, очень тяжелая и очень сложно поднимается. Там какие-то пешеходы еще. Нормально, велосипедист нас обгоняет. Нормально. Хорошо, поднимайся кверху. Ох, вертушка появился внезапно. Так, мы, кажется, слишком ускорились. Я вижу, впереди есть танк. Это будет найсовая, конечно, перестрелка. Прямо в нашу сторону. Ох, он спускается ниже. Вот, друзья. Танк просто шмаляет в разные. Ох, поднимаемся. Вот так, поднимаем кверху. Окейшки, мы кверху. Тачка реально очень тяжелая, друзья. Поэтому на тачка рампа поднимает все машины кверху. Так, танк уже внизу. Танк внизу. Мы продолжаем свой подъем. Тачка чертовски тяжелая. Мне кажется, даже тяжелее танка. Так, интересно, у нас две вертушки. Интересно узнать массу этой машинки. Наверное, проехаться можно просто по легковой и узнать уже. Так, тут вправо-влево. Кажется, в правую сторону. Там в правую сторону мы промчимся. Танков у нас очень мало на подъеме. И мне, конечно, хотелось побольше. Так, секундочку, можно остановиться и уже разобраться с вертушками. Так, ну-ка, два кафранга разберемся уже. Пускай. Ох, вот чудеса. Это хороший выстрел. И где-то еще впереди есть. Здесь тоже маленькая свинца. Так, красотка отстреливается. Красотка еще отстреливается, хотя там уже там еще одна вертушка. Хорошо, не будем тратить, просто будем подниматься кверху. А танков у нас и больше нету. Нужно аккуратненько. Тачка, в принципе, стандартная, и тут можно, в принципе, проехаться. А вот тут будет довольно резкий поворот и сразу вверх. Так, танки у нас внизу весь на карте. Так, красотка, ты отстреливаешься. А тут будет очень жестко. Нормально поднимемся. Мы поднимаемся все выше и выше. И уже скоро будет гора Чили. Уже, кажется, уже закат у нас. Такой красивый закат. Какой чудесный вид. Даже город видно отсюда. Хорошо, осталось буквально чуток. Мне кажется, у нас впереди танк, и он в разные стороны шмаляет. Тогда так ускоримся. Нормально ускорились. Он поворачивает свой дуло. Нужно. Тут довольно аккуратно нужно. Мы практически уже, друзья, наверху. И осталось буквально чуток. Так, где-то вертушки. Так, они уже дымятся. Сейчас поможем нашей красотке. Так, чуть ниже, не может спуститься чуть ниже. Так, у нас танк прям позади нас, он походу... О, ускоряемся. Давай-ка ускоряемся, Франклин. Ох, реально это круто. Это круто, он просто едет за нами и нами. За нами просто шмаляет. Ну-ка, давай-ка маленько дрифтанем уже. Прям на горе будем дрифтить. Это будет что-то новенькое. Так, он мне, кажется, очень четко стреляет. Но мы все-таки поднимемся. Так, и добился доверху даже. А он поднимается вместе с нами прям на гору. Давай прям за мной уже. Сейчас поднимемся, конечно, и с тобой разберемся. О, какие снаряды. Это довольно аж мурашки по телу. Нормально подняться. Паракетчик наверху. Там впереди у нас есть танк, и он просто где-то прям за поворотом. Так он, конечно, не спускается. И у нас внизу тоже не приближается. Мне нужно, чтобы он спускался и как раз за поворотом. Хорошо, можно даже и застрял. Хорошо, мы быстренько выезжаем и ускоряемся. А вот наша уже гора Чили практически наверху. Где-то прям... А, он просто застрял. Окейшки, тут проедем. Проедем, и танк уже этот пропустим, друзья. Мы уже наверху. Ох ты да, мы наверху уже. Франки. Хорошо, мы уже отключим народ копов. Ребята, спасибо. Ну что, друзья, выходим уже из тачки. И вот такая у нас получилась серия. А если понравилась футболочка, то, конечно, посмотрите в описании.
Красотка, что с твоим лицом? Ух ты, как тебе досталось-то. Хорошо, друзья, мы увидимся в других роликах. И с вами был Спикер. И до новых встреч. Всем пока.